Там в Кемере. А у вас их имя, что ли? На республиканскую акцию «Своих не бросаем» прибыл глава Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев.
верни к звездам. Через радость и слезы мы проложим дорогу. И за все слава Богу. И останутся в песнях наши лучшие годы. И останется в сердце этот ветер свободы. Головы вверх, гордо поднять, за себя, Родина мать. До конца будем стоять за тебя, Родина мать. Мы будем петь, будем гулять за тебя, Родина мать. И за страну трижды ура за тебя, Родина мать. Я люблю тебя, мама. Со мной прошла ты этот путь. Ты ведь верила, знала. Терпение и воля все перетрут. Мама, как ты учила? Я верил, я бился, я шел до конца. Мама, мы победили. Я верил, я знал, что так будет всегда. Через тернии к звездам, через радость и слезы гордо реет над нами наши Родины знамя. Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина мать. Мы до конца будем стоять за тебя, Родина мать. Мы будем петь, будем гулять за тебя, Родина мать. И за страну трижды ура за тебя, Родина мать. Полю иду, про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю. По небу летит журавлиный клин. У меня Родина, ты моя. Дорогие соотечественники, сегодняшняя наша встреча дает старт республиканской акции «Своих не бросаем». Этот патриотический концерт организован в дань уважения и поддержки всем нашим землякам, которые отправились защищать Родину. Сегодня многие неравнодушные граждане, а также организации Чувашской Республики хотят внести свой вклад в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Для этого в фонде «Перле» открыт специальный счет, куда можно перечислить денежные средства в рамках акции «Своих не бросаем». Это значит, что все денежные средства, собранные от продажи билетов на сегодняшний концерт, будут направлены в фонд развития Чувашии «Перле».
Всем жителям Чувашии, призванным в ряды вооруженных сил Российской Федерации в ходе частичной мобилизации, сейчас очень важна наша с вами поддержка, наша вера в их силу и мужество. Мы также надеемся, что все муниципалитеты Чувашской Республики присоединятся к акции «Своих не бросаем» и организуют патриотические концерты на площадках районных домов культуры. На сцену приглашается глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев. Ирыгач Пулдар, хаклы индерсем, хаклы юлдарсем, пирень, сержевымыр, а не сержевымыр, уменьте, черетли год хрушлых капланджи. Ся хрушлых шель булинде, нумаях пулмач пирень, юлдашла пулна Украина территория индень келеть. Дорогие друзья, уважаемые земляки, люди неравнодушные, которые сегодня собрались в этом зале, и не только в этом зале, и перед телеэкранами, которые также будут иметь возможность через QR-код поучаствовать в сегодняшней акции, которая организована по инициативе работников культуры Чувашской Республики. И вот эта акция культурных мероприятий, которая организовывается прежде всего в поддержку частично мобилизованных добровольцев, которые сегодня защищают наши родины на дальних подступах, к сожалению, на территории бывшей братской нашей Украины, причем на территории, где проживают на самом деле наши братья и сестры, но, к сожалению, так называемый коллективный Запад под руководством их суверена Соединенных Штатов Америки использует складывающуюся или сложившуюся ситуацию для того, чтобы прежде всего получить самим выгоду во всех сферах жизнедеятельности. И, к сожалению, это происходит через возрождение фашизма и неонационализма. Мы уже однажды справились с этой бедой, наши предки. И, очевидно, в очередной раз сложившаяся ситуация в мире вынуждает нас выполнить вот эту важную, не побоюсь этого слова, но такого мирового масштаба миссию. Устранить зло, которое грозит человечеству. И наши с вами земляки вместе с жителями всей страны сегодня активно занимаются этим делом. Бьют это зло на территории, как уже сказал, бывшей Украины. И правительство Чувашской Республики для того, чтобы поддержать людей, которые призваны в российскую армию, принял уже ряд решений. Прежде всего, выделены деньги из резервного фонда для того, чтобы закупить дополнительную экипировку для ребят, чтобы они себя чувствовали комфортно, потому что, очевидно, условия сейчас там будут не совсем комфортные. Скорее всего, они будут проводить в основное время в полевых условиях. И поэтому самое необходимое для того, чтобы чувствовать себя комфортно, это спальные мешки и другая амуниция нами закупается за счет средств бюджета. И, очевидно, мы деньги будем выделять поэтапно для того, чтобы обеспечить ребят полностью. Каждая семья частично мобилизована, будет взята под опеку, и мы сделаем все, чтобы забота и внимание дошла до каждого члена семьи. То есть все меры социальной поддержки, которые направлены на уязвимые социальные категории Чувашской Республики, мы распространим на их семьи. Это и горячее питание детей, это внеочередное зачисление в детские сады, в школы и другие очень важные бытовые вопросы будем решать и сопровождать.
Это будем делать прежде всего для того, чтобы ребята, которые сегодня выполняют важнейшую миссию, были заняты только одним важным делом – сделать свое дело на должном уровне, как это делали наши прадеды и деды. Но при этом народ, как обычно, со свойственной своей добротой и желанием быть причастным и сделать все возможное, активно предлагает свою помощь, свое желание поучаствовать тоже в этом важном деле. И ровно поэтому неделю назад было решено благотворительным фондом «Перле», кстати, который организован, учрежден ведущими, крупнейшими предприятиями Чувашской Республики и является очень таким важным стратегическим партнером правительства Чувашской Республики в решении важных социальных, благотворительных проектов, которые дополняют очень лаконично и содержательно национальные проекты, которые реализовываются на территории Чувашской Республики, а сами проекты инициированы президентом. И этот счет очень быстро пополняется, за что я говорю огромные слова благодарности и хозяйствующим субъектам, и гражданам, которые вовлекаются в этот процесс. Только за сегодняшний день на этот счет поступило более 3 миллионов рублей. Если на утро сегодняшнего дня на счете было чуть более 10 миллионов рублей, то вот на конец дня это 13,5 миллионов рублей. После сегодняшнего концерта туда уйдет еще 880 тысяч рублей, которые собраны театром оперы и балета через продажу билетов на сегодняшний концерт. И очевидно, как уже сказали ведущие, этот концерт только начало большого марафона культурных патриотических мероприятий в поддержку наших ребят, а нам всем возможность поучаствовать в этом очень благородном, важном деле. Ведь любое дело, которое организовывается сообща, через участие каждого в меру своих сил, обретает очень мощную силу, необратимую и способную снести все препятствия. И на этот раз будет ровно так же. Я еще раз благодарю и работников культуры, и организаторов, а самое главное – всех людей, жителей Чувашской Республики, независимо от национальности, включились в этот благородный процесс люди. И азербайджанцы, и армяне, и русские, и татары, и мордва, ну и, конечно же, чуваши, которые в основной массе проживают в республике. Спасибо вам за благородство, спасибо за неравнодушие, и победа однозначно будет за нами. Большое спасибо, Олег Алексеевич. Приглашаем вас в зрительный зал. Дорогие друзья, сегодня в нашем концерте принимают участие лучшие профессиональные коллективы Чувашии, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов. И пусть великая сила искусства укрепит нашу общую веру в наше правое дело в борьбе за мир. Музыка и стихи Максима Попова «Родная земля». Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Максим Попов. Сквозь года, минуя столетия, пробивая свой собственный путь, задыхаясь в дни лихолетий, чтоб свободно грудью вздохнуть, ты не раз вставала с колени и глотала тянула связь поколений, что не мертвым нужна, а живым. Пусть все там, за границей осталось этих люто прошлых.
чтобы правнуки наши жили счастливо тысячи лет, чтобы делали родину краше, и она откликалась в ответ. Дорогие друзья, наш концерт сегодня видит вся республика. Прямую трансляцию ведет национальная телерадиокомпания «Чувашия». Все желающие оказать поддержку нашим ребятам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, могут это сделать прямо сейчас. Вам достаточно лишь навести камеру своего смартфона на QR-код, который вы видите на экране, и отправить любую посильную для вас сумму пожертвования на специальный счет фонда «Перле». Ведь мы своих не бросаем. На сцене лауреаты международных и всероссийских конкурсов солдатской песни, ансамбль Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Чувашской республике «Служу Отечеству», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Чувашской республики, полковник внутренней службы Андрей Барабанов. Thank you.
жил ты не мужчина. Все девчонки обходили парня стороной. Головой качали люди, толку из него не будет. Не служил, а значит будешь вечно холостой. Я сказал своей любимой, хоть и было мне тоскливо, должен стать лихим солдатом родины своей. Настоящим стать мужчиной, сильным, статным и красивым. Мама, папа, не волнуйтесь, я вернусь домой. Кратные дни недели незаметно пролетели. Старшина гвардейской роты стал мне как родной. Вот и время наступило, дембель постучал игриво, и с весенним теплым ветром я иду домой. Я сказал своей любимой, хоть и было мне тоскливо, должен стать лихим солдатом родины своей. Настоящим стать мужчиной, сильным, статным и красивым. Мама, папа, не волнуйтесь, я иду домой. Мама, папа, не волнуйтесь, я иду домой. На Руси всегда так было, отслужил тогда мужчина, и теперь девчонки наши бегают за мной. Говорят, встречая люди, холостым-то ты не будешь, воином стал своей отчизны, родины своей. Я сказал своей любимой, хоть и было мне тоскливо, должен стать лихим солдатом родины своей. Настоящим стать мужчиной, сильным, статным и красивым. Мама, папа, не волнуйтесь, я пришел домой. Всем нашим парням. Ну и Россия, мой родной причал для всех вас. Но почему вокруг такая темень? Почему кругом такая тишь? Да потому, что мы такое время. Нам нужен лес, а вовсе не боишь. Судьба медвежью силу подарила, и гордый взгляд двуглавого орла, и русским духом щедро наградила, и нашу веру Бога сберегла. И где бы ни был я, но я с тобой, Россия. В каких бы землях я рассветы не встречал, я знаю, родина моя всегда красива. Моя Россия, мой единственный причал. Моя Россия, мой родной причал. Разлив рек, просторы необъятны, щедро лесов, особенная стать. В Россию вера наша благодатна, умом ее никто не смог понять. Россия, ты от края и до края дала народам счастье вместе жить. Благослови нас, матушка родная, с тобою все сумеем перейти.
знаю, родина моя всегда красива. Моя Россия, мой единственный причал. Моя Россия, мой родной причал. Спасибо. Музыкально-хореографическая композиция «Проводы» исполняет заслуженный коллектив народного творчества России, народный ансамбль народного танца «Сувар». Балетмейстер, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики Анатолий Музыкантов. Чебуркуна, сана кетсе, сана асран ямазыр, паян кунтеней, хам терем чумэнчи губрадыр. Хавтаврна са кетсе бурнду мебешав хаяр варжыран, таван киле кетрым, вадалса щужым кавагари тень кетрым сана, кетсе илей мерым ювалам. Шарир трети кун килче, хельбул жиде шушитре, пайдах шув шур юкры шаршинде. Куш хуп мазыр кетрым сана, кетсейлей мерем ывалам. Шул земчинде сана жыраза, манурам пусман вырым елмаре, кип шаршинде ман ывала курмарари. Кесе ыйтман шин юлмаре, ври кушюлю юкса. Жим дипсиларчи, сана тубай мара мывалам, сана кетсейлей мере мывалам. И ювалам же мывалам, сана чун барса шерчиме шуратсам. Пурнаш таршибей, хама пахмала вывалам жиралчи, тезе савандам. Ватылса шрекерзей, хамр юхамала латасы, тезе метлендем. Метленни, читмере, шушланы пумаре, хоружа варжиран таврнаса, эмер таршебе кетрым, кетсили мерым сана, ывалым. Перендели етенде, азар писер бульче, варжи хаяр бульче, таван жиржи в юнба, кучу любет ульче. Шаванба мана, аннюне, усалба, анасын сам, сыхласа устраим. Сана ивалам, килекет сейлей мерым сана ивалам. И таван шержин, сана ивар кельзень, сана тошмадран сыхламает пердень прывалам апатам. Волвильте, текех волчу, и чуть тенде, и для Чемана, анда цель зем пирни лосыне, пирни кагардан. Лосым зыр пурынма, этлада, иваршке пире, амурсене. Эй, тван шараненер, манны влама, числан сыхлаза усрасам чехван кагарунда. Манны вл, тивиш лишав чеса. Ела надо псана, таван шеранемер.
Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем земляке. Зовут его Дмитрий Любимов. В марте 2002 года Дмитрий был принят на военную службу по контракту. За время службы в Северокавказском регионе указом президента Российской Федерации был награжден орденом мужества и медалью Суворова. С мая 2022 года Дмитрий принимает участие в специальной военной операции добровольцем на Украине. За неоднократное добросовестное выполнение боевых заданий, мужество и героизм Дмитрий Любимов был представлен государственной награде. 21 июня Дмитрий, рискуя своей жизнью и здоровьем, спасая двух молодых бойцов, получил тяжелейшие осколочные ранения от кассетной мины. В госпиталь Дмитрий поступил без документов. Из-за слабости он не смог внятно произнести свою фамилию, и его оформили как Дмитрий Флюбилов. Из-за этой ошибки родные, близкие и друзья очень долгое время не могли его найти. В результате ранения у Дмитрия возникли проблемы с памятью, и только в середине августа он вспомнил, что его фамилия Любимов, и живет он в городе Чебоксары. Как только близкие ему люди узнали, что Дмитрий находится в военной медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, то сразу же выехали к нему, чтобы оказать поддержку и помощь. И сегодня в зале присутствует супруга Дмитрия, Регина. И сейчас мы бы хотели пригласить ее на сцену под аплодисменты зрительного зала. Уважаемые земляки, мне, как жене солдата, очень приятно видеть, что сегодня такое количество народу участвует в акции «Своих не бросаем». Испокон веков Россия славится людьми с широкой душой и большим сердцем. А еще Россия – это правда, крепость духа ее граждан и отважные воины. Сегодня им, как никогда, нужна наша помощь, вера и поддержка. В своем недавнем обращении президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание. И к этому мне трудно что-либо еще добавить. Мира нам всем. Спасибо. Мы вас благодарим. И, конечно же, в знак благодарности примите этот замечательный букет за то, что вы сегодня с нами. Приглашаем вас в зрительный зал. Кирилл Авдеенко. Маленький офицерик. Читает Александр Сергеевич Красненков. 6 лет. Пусть я маленький Ерошка, пусть коверкую слова, но мечтаю я немножко быть смелее седого льва. Мама хочет дипломатом сделать в будущем меня. Папа хочет адвокатом, чтобы стал когда-то я. Я их слушаю серьезно и киваю им в ответ. А потом припрыжку к деду, у него спросить совет. Не хочу быть дипломатом, адвокатом не хочу. Буду родиной солдатом, деду громко прокричу. Ну а ты, любимый деда, улыбнешься, как всегда. Эх, мой милый непоседа, офицером будешь, да. Я тебя услышу, деда, генералом стану я.
Пусть сейчас и не поседа, то теперь мечта моя. И скажу я за обедом маме, папе и коту, что пойду, мой милый деда, я в военный институт. Там я занят буду делом, все науки изучать. Там меня научат смело маму, папу защищать. А погоны на рубашке, темный кожаный ремень и ботинки, и фуражку чистить будет мне не лень. И все девочки задорно улыбаться будут мне, как домой поеду в форме к дяде, тете, всей родне. Пусть я маленький Ерошка, пусть я взрослым не чета, вот такая вот немножко защищать страну мечта. Всем матерям российских воинов мы посвящаем следующий номер нашей программы. Музыка Юрия Тестова, стихи Юрия Семендера. «Анне» для вас поет народная артистка Чувашии Августа Уляндина. Жень, а нет.
На сцене лауреаты всероссийских конкурсов, участники телевизионного проекта «Голос дети», вокальный дуэт Майя Егорова и Александр Кокшин с песней «Моя Россия». Давно себя спросила, что она для тебя, страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель? Ты себя отдаешь, и ты знаешь, что она за тебя, что одна, что родная. Россия — это мы. Славянских племен до великой России, через множество войн самых лучших теряя, ты своей шла дорогой ни с чем не сравнимой, потому что характер ты одна, потому что такая. Просторы и земли богаты. Век за веком ты щедро рождаешь таланты. И сейчас, если б я себя спросила, твоя главная сила — это люди, Россия. Россия — это мы. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия. Музыка Александры Пахмутовой, стихи Николая Добронравова. «Русский вальс» исполняют народная артистка Чувашии Маргарита Финагентова, заслуженный артист Чувашии Иван Снигирев. Песня печаль, дальняя даль, лица людей простые.
моя Россия. Георгий Свиридов, «Русский романс». Исполняют народная артистка Чувашии, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Альпидовская, лауреат международных конкурсов Алексей Рюмин. Thank you.
На сцене мужской вокальный проект «Артикль». Обо мне, одержим победу, тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, тебе я приеду на горячем боевом коне. Приеду весною. Лизавета! Дорогие земляки, в 2014 году спокойная мирная жизнь на Донбассе и Луганщине закончилась. Новоиспеченные нацисты развязали здесь новую войну, продвигая нацистскую идеологию по искоренению русского народа, русского языка. Они начали войну против мирных жителей. Начали с регионов, которые были не согласны с русофобией и фашизмом. Россия просто не могла остаться в стороне и встала на защиту русских людей, сражавшихся за свою свободу. Мы уверены, что очень скоро Донбасс, Луганская, Херсонская область и Запорожье заживут мирной жизнью. Ведь там сейчас плечом к плечу стоят наши парни, которые искренне любят свою родину и готовы отдать жизнь за свое отечество. Президентом России Владимиром Путиным уже подписан договор о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации. Люди сделали свой выбор в пользу мира, равенства
и братство народов. И сегодня мы хотим произнести с этой сцены одну простую, но такую важную фразу для всех жителей присоединившихся регионов к нашей единой российской семье. Добро пожаловать домой! Мы своих не бросаем! Встречайте, на сцене ансамбль народной музыки «Раштав», художественный руководитель, лауреат Государственной премии Российской Федерации «Душа России» Андрей Тюмиров. Ой, да конь мой вороной.
Бакаларыма, шенгебе бірле аван көрма. Үрізімағыны шүлі үлдінде ше, қақ дұссем, хизепле телекуравшызем. Шиво шынзіне үрігімыл ба салымзенгіларым өрлі салымасыдер болсан, сақыр сағыр жер, екшір бірре вұнна шетмілі номер 5 шынғырабылыр. Бұрне де қабылды сәгі дедбір. Победы, веры, добрый знак. Россия.
зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг, и наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг, сквозь злые ветры. Бакларыма, шемгеде бірле аван көрма. Үрізімағыны шүлі үлдінде ше. Хак дүссем, хизепле телекуравшызем. Шев үшін зіне үрігімі ба саумзенгіларым өрлі салама сидер болсан, сақыр сәгіршер, екшір бірре вунна шетмілі номерге шынғырабылыр. Бұрне де хабылды сәгідет бір. Так вот какое горе.